Всем привет, друзья, с вами Джокер. Сегодня, ребят, у нас турнир. Против нас Альянс играет Иран из Королевства 408 и наш Израиль. Ну, так-то у нас тут русский Альянс, но почему-то Израиль, потому что лидер у нас из Израиля. Короче, как-то так. Вот, друзья, соперник у нас, я даже не знаю, кто такие, но выглядит не очень так опасно. Посмотрим. Ну, заходит и неактивно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Не все. Нас тоже сегодня не все, к сожалению. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В идеале, конечно, бы 15, ребят, чтобы и Гриша наш наконец-то получил награды сегодня, ребят. Кстати, если вы заходите 15 человек, то лидер может получить достойные плюшки. Но у нас что-то пошло не так. Пока что только 12. Надеюсь, к концу боя еще подтянутся, чтобы наш лидер стал еще сильнее. Но, ребят, мы попробуем сегодня показать нормальный бой. Будем сборить, будем точки захватывать, будем воевать в полную силу. Пока что перевес на нашей стороне. Надеюсь, что мы выиграем. Пожелайте нам удачи, друзья. Вообще, можете сразу в комментариях написать примерный расклад по силе, кто как выиграет, ставочки сделать на нас. Ну, такие в комментариях, чисто там по-братски, так сказать. Ваш прогноз. Ну, я надеюсь, что мы выиграем, реально. Так, у нас еще один человек зашел. У нас теперь уже... Так, еще раз проверяю. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нет, пока у нас также 12. Враг. Ну, а враг тоже подходит. Их уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Надеюсь, сейчас у них время на подготовку меньше. Может, что-то не успеет сделать. Я уже все подготовился, настроил себе оборону, атаку, сборик. Осталось только бафы вмазать и все. Сохраненные включим, геройские включим на первые 30 минут. Буду самый жесткий парень на деревне, короче, буду пытаться отбиться. План какой? Сначала я прыгну в пункт снабжения, сразу же попытаюсь его занять. Дальше буду помогать здесь на пункте, на поле испытаний. Здесь у нас ранний будет стоять. Гриша, как всегда, будет на кристалле. Макс, скорее всего, с Левой будут здесь. Остальные ребята, короче, Боря, наверное, на пункте снабжения. Короче, увидите, друзья, покажу вам, как дела пойдут. Надеюсь, все будет нормально. Естественно, бой будет за три главные точки изначально. Моя тактика с пунктами снабжения не всегда, короче, здесь одабривается, но я иногда ее использую. Ну, короче, не особо, короче, ее поддерживают, поэтому лучше буду главные три точки захватывать. Но все-таки два пункта снабжения по-любому я попытаюсь отбить. Напоминаю, что в игре у нас есть 4 пункта снабжения, как минимум 2, 5 даже есть пунктов, еще по центру один, как минимум 3 пункта, желательно, чтобы были у вас. А дальше бой за главной точкой, уже там как дело пойдет. Все, друзья, желайте нам удачи, реально. У нас только одно поражение, я надеюсь, что мы этот бой выиграем. Кстати, мы проиграли русскому альянсу, Альянс СССР. У них сегодня также бой будет с альянсом КГБ. Там мой знакомый Дима, он мой земик. Желаю им также удачи, как у них бой пройдет. Кстати, он сейчас у них тоже время проходит. Там у них серьезная рубка, будут две очень достойные команды. Ну а мы погнали, друзья, уже много болтаю, короче, сейчас пока болтаю, уже время подходит к бою. Все, друзья, начинаем. Так, друзья, стартанули мы достойно, сразу же 4 точки я прыгнул, наше поле испытания забрали, кристалл, арсенал, пункты снабжения, 2 на нашем счету, 3 на ихнем, и вот, в принципе, пока нормально. По очкам пока ведем, но тут самое начало, все, друзья, будем воевать, вам буду показывать отчетики и дальнейшее развитие наших событий. Так, друзья, картина ясная, все красное. Видите, пока нормально у нас все идет. Уже отрыв у нас конкретный. Пункты снабжения отобрали. Один у них остался. Так, короче, на закуску им кинули. Они что-то вообще сдуваются. У нас еще подтянулись ребята. Батя зашел, где-то он загулял. Сейчас успел, еще остался Бул зайти. И вот у нас вообще красиво 15 человек, а их 13 на данный момент. Пока ведем, друзья, все нормально. Вообще, атаки проходят у нас хорошо. Заходим мы в ралли побольше человек. Стараемся 10-11 зайти. И нормально прошибаем их ралли. Они даже крепят как-то не полностью, не 4-600, там, а 3-800. Повезло, соперник не очень опасный. Ну, пока не будем загадывать. Вдруг у них есть какой-то козырь в рукаве. И сейчас нам просто тут быстренько начистят. Ну, вы поняли, о чем я. Ну, а я пока буду воевать, ребят. Вот пытаются они всеми силами у нас ранее вынести с поля испытаний. Один раз ударили, второй раз ударили. Групповую помощь сделали, подкрепление. Вот я тут сделал, закрепил. Так еще послал и нормально, в принципе.
Отстояли точку. Идет все полным ходом. Ну, вот они арсенал отбили, пункт снабжения один отбили. Но пока далеко им еще. Не забывайте, друзья, что есть группового подкрепления на точку и старайтесь воспользоваться им грамотно, чтобы точки ваши не отбивали. Ну, а я пока продолжаю воевать. Так, ребят, вот все-таки поле они нам проломили, три ралли подряд, короче, вмазали, я его крепил. С третьего ралли они выкосили, короче, нас. Не слабая так армии потерял. К сожалению. Очень так не слабо. Надо будет лететь за новой. Покупать. Жалко грифонов, короче. Потерял, ну потом, наверное, тележек сбегаю и возьму. И группового подкрепления, короче, не помогло. Не успели зайти все по-нормальному. Так, здесь уже полно. Гриша надо зайти. Так, расклад такой у нас. 1700 на 745, но они уже забрали одну точку у нас. Ну, фигня все равно. Короче, сейчас обратно отберем это поле. Не забывайте, ребят, что здесь все ралли, они не продвинуты, и вам надо вставать в атаку во время атаки. Так, сейчас мы выкосим обратно у них это поле. И снова его закрепим, пусть бьются в него. С первого сбора убьем, нет? Да. А вот неудачно. Поломались. Так, надо наше главное оружие подключить. Осталось у нас 30 минут, как раз можно активировать. И наши враги начали активировать тоже групповые подкрепления, заходят. С мозгами встретились, короче, начали более грамотно играть. Ну, долго запрягали, короче. Так, идем. Вряд ли сейчас и ранее, вряд ли вышибем, потому что успели они закрепиться все. Вряд ли что-то хорошее получится. Ну, посмотрим. Отлично, друзья, вот сбор ранее зашел как к себе домой. Она умница, накрутила хорошо кристалл, сбор у нее огромный, 3,5 ляма, 4 точнее с половиной. Этого товарища мы спустили с небес на землю. Теперь мы пора уже домой за армию. Так что он уже не жилец на данный момент. Но мы точку отбили. Расклад у нас вообще достойный. Обгоняем их по всем фронтам. Ни одной у них точки боевой нету. Ну, лазарет вон. Каким-то чудом они взяли. А пока все идет нормально, ребят. Кто делал на нас ставку, она у вас сыграет, ребят, обязательно. Ох ты ж, друзья, смотрите-ка. Убили мы кого-то Игоря, а Игорь использует мою аватарку. Не знаю, это моя аватарка была всегда. Я, короче, ее давным-давно использовал. Вот какой Игорешка. Нашел где-то аватарку, как у меня. Ну или, возможно, он ее использовал первее, чем я. Но, блин, она у меня вообще 100 лет была везде просто. Нехорошо так, нехорошо. Наказали мы его. Ну, я думаю, Игорян не в обиде. Поле испытаний, так, точка передачи, тут все нормально. Группового подкрепления, помощь у нас идет для Райни здесь. На всякий случай. Опачки. Кто-то бежит. Точку забрал. Да блин, вот как мне не нравится вот это, что... На походе этот постоянно сосредоточение идет. Заберем точку, не даем. 15 очков, что? Все-таки, друзья, 15 очков на дороге не валяются, согласитесь. Укрепим двойным, что
чтобы если кто в соло швахнет, так точно не пробьет. Мы его так в оборону встанем. Защита прошла удачно. Ну, тут вообще что-то ударили. Все, кажись, сдулись наши соперники. Мы поняли, что сегодня не их день. Боевой дух упал. Но у нас все нормально. Продолжаем, ребят, воевать. А рубка-то, ребят, полным ходом идет. Пункт снабжения мы пытались сборить, не пробили. Что-то не получилось. А дальше отбили нас пункт снабжения. Я групповым подкреплением как раз кипил в этот момент. Мы в итоге ударил опять Игоряна. Игоряну опять прилетело. Мы опять забрали, короче, пункт теперь у них. И вот на меня два сбора идет. Ну пусть сборят. Пусть сборят. Время у нас уже подходит к концу. 23 минуты. Все шансы на победу. Что-то Игорян-то разошелся вообще. Много крепит. Много ралли сделали. Ну посмотрим, как это у них пройдет все. Выбьют, не выбьют меня. Так, ребят, я потерял дракона для сбора, у меня маленький очень креп. Могут и выбить. Сейчас уже не найду дракона, приму, короче, удар как есть. 300 здесь. Да что ты... Не могу ускорить, короче, друзья, поход. Идет он, идет, 100 лет идет. Все, выбили меня, короче. А, надо вернуть. Сейчас сломаюсь. Блин, поход, короче, затупил. Потерял этого дракона. Его сами видели, короче, умер. Теперь я здесь. Глупо очень, надо войска возвращать. Вообще надо домой слетать за армию. Чувствую я, что... Пора прикупиться немного. Добегу-ка я до дома. Так, что нам взять надо? Коня возьмем немного. На всякий пожар грифонов. Так, паладинчиков теперь берем. И что нам надо? Телегу Т-13, ребят, будем брать. Хорошо она себя показывает. Достойно. Паладинов. Ну и коней Т-11 заберем. Тоже они, ребята, удалые. Все, снова целы, снова в бой. Снова, короче, на коне мы, ребят. Итак, друзья, вот у нас уже осталось 20 минут до конца, и наконец-то у нас все 15 человек зашли. Серега только что-то пока что с нолем не активировался. Нормально воюем. Ну и Альянс, наш соперник, оказался. Они тоже все собрались, ну, пока что уже все, короче. Гейм овер, кажется, для них, даже если мы сейчас ничего делать не будем, все равно мы выиграем. И это меня радует. Награды получим завтра. Лидеру вообще нашему привалят конкретные награды. Жалко, что не каждому такие придут. Было бы вообще, конечно, супер. Тем более сейчас у нас трата золота, золотишко мне надо. Вообще нету золота. Как-то так. Ну и будем доживать последние 15 минут боя. Что-то сбор просит, и нет никаких сборов. Защищаемся только. Как-то так, друзья. Сейчас, ребят, решили мы на замке посборим. Повеселее будет. Уже одному стукнули, бам, разбились, короче, у него вообще что-то. Что-то пошло не так, друзья. Что-то пошло не так. Что-то нас мало в сборе вообще.
тепловато ударили. Бывало и лучше. Возможно, ребята не все переключаются в атаку. А очень жаль. Так, тут Серега у нас пункт отбивает. Сереге надо помочь. Тележек ему послать. Вдогонку. Оп. А вот Райни спокойно выбила опять пункт снабжения. Ну и все. А я замки хочу побить, ребят. Армию все равно куда ее девать-то, да? Под конец. Поумираем. Что-то, короче, не горят желанием наши ребята замки сборить. Ну и ладно, короче, неинтересно, мне кажется, им. Но я бы подсборил. Сейчас опять умру, короче, друзья, смотрите. Бам. Прошла неудачная защита. Ну вот тоже, видите, что на второй надо было распускать. Зачем убился-то? Не понимаю вообще такой логики. Абсолютно не понимаю. Ролик, ребят, у нас получается на минут на 20. Такой длинненький будет. Совсем плохо стали воевать они. Уже ралли неполные бьют, вон по полтора ляма. Все, короче, вообще. Расклад такой у нас. 5300 на 2.30. И точки уже мы им отдаем потихоньку. Главное, только 3 у нас. Ну, друзья, вот на меня и сбор пошел под конец. Кстати, войска хорошие вообще. Посылаю грамотные походы вообще прям нормальные, смотрите. Причем вся команда у них так делает. Пока их мало зашло. Не дураки играют так-то. Так что нормально. Маловато что-то их. Умрут ведь сейчас, бедняги. Бам. 221. Вообще. Не опасно. Так, сменим. Креп попросим. Вот и ребята с этого альянса здороваются. Приятно вообще играть с людьми, ну даже если не выиграли. Все равно уважают, как бы пишут хорошие слова. А то бывает такое, что бывает, побеждаешь, и тебе там пишут на оскорбление, типа, ой, да ты там, да ты. Да чё я просто играю, друзья, вообще, как умею. И вообще, никакой заслуги здесь моей практически нет. Все это наша команда, альянс наш. Все у нас здесь играют, грамотно стараются. А один я вообще ничего не могу, только в команде. Один бы я здесь как мешок, короче, летал туда-сюда. А с командой-то могу и покурчить себя героя, короче. Как-то так. Ну вот и все, друзья. Конец, короче, у нас боя подходит. Очков вообще порядочно. Мы набрали 7 с лишним тысяч. Хорошо повоевали. Даже кот здесь у меня рядом мурлыкает. Тоже рад, что я выиграл. Это очень хорошо вообще. Сейчас награды получим. Завтра еще и с веб-событий тоже придет. Так что, друзья, всем, кто смотрел, спасибо за поддержку. Реально вообще респект вам. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк или дизлайк на ваше усмотрение, написать в комментарии. Там можете написать, сколько вы очков набираете, как у вас турнир проходит, с кем вы воевали. Да вообще, что хотите, то и пишите, ребят. Всем как бы рад, всегда отвечу. По возможности отвечаю на комментарии. Я с утра каждого дня захожу в игру с утра и отвечаю на комментарии. На все, что мне приходит. Стараюсь. Могу что-то пропустить, потому что бывает там за Ютуба тупёшки есть. Самого Ютуба я могу что-то не заметить. Но так постараюсь вообще всем всегда отвечать. Также, друзья, не забывайте, что у меня на канале есть спонсорство. Можете поддержать мой канал, развитие моего замка. И сделать меня сильнее, друзья, чтобы я мог дальше воевать и достойно сопротивляться всем. Ну а теперь всем пока, друзья. С вами был Джокер. Удачи вам в вашей жизни и в игре также.